От душевного мятежа многие приходят к религии. Чрезмерные гордыни носители имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Особенность носителей этого имени – это их несгибаемая воля к жизни. Они мгновенно восстают из пепла и через короткое время уже готовы к дальнейшей борьбе. И это не случайно, ведь символ Меркурия – ртуть, тяжелый и одновременно подвижный жидкий металл. Звук «К» в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Чувствует себя неразрывной принадлежностью целого. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Вибрации этого имени наиболее демотичные, беспокойные, изменчивые и нетерпеливые из всех вибраций нумерологической шкалы. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Они целеустремленны и привыкли добиваться своего последовательно и неторопливо, оказывать помощь нуждающимся бескорыстно и исключительно из добрых намерений. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Значение буквы «О» сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Часто люди с гласной «О» склонны к консервативному образу мыслей и принципиальность сковывает их возможности. В любви ищут партнера, способного на взаимные теплые чувства. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Носителям этого имени следует помнить, что есть денежный эквивалент успеха, а есть внутреннее ощущение счастья, и конвертировать первое во второе удается не всегда. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.